6 февраля этого года в приходе Преображения Господня города Красноярска проходит рукоположение в сан священника Андрея Андрейченко. Рукоположение совершает епископ епархии Святого Иосифа Кирилл Климович. Хочешь ли ты неустанно исполнять священское служение в степени пресвитера, как надежный сотрудник епископа и в окормлении Господней паствы под водительством Святого Духа? Хочу. Отец Андрей является первым местным священником, ведь родился он именно в городе Красноярске. Выпускник духовной семинарии Санкт-Петербурга, в своем выборе ордена посвященной жизни остановился на конгрегации миссионеров сыновей непорочного сердца Марии, которые вот уже почти 20 лет ведут пастырскую работу на территории Енисейских земель. Сегодня у меня было рукоположение, я очень счастлив и рад той поддержке, которую чувствую и обрел в глазах прихожан нашего прихода здесь, в Красноярске, прихода Преображения Господня. Сегодня было много и гостей, и священников, и монашествующих, которые приехали не только из разных мест, но просто с разных частей света. И все вместе мы чувствовали этот дар призвания, особого призвания священства, которое родилось, которое произошло здесь, в этой общине. Этот год для прихода Преображения Господня является юбилейным. Именно в этом году община празднует столетие храма. И сегодняшнее рукоположение является прекрасным подарком католической общине Красноярска. С сегодняшней службы произошло чудо. Это чудо, оно происходит там, где есть люди верующие. И поэтому в среде верующих хотелось бы ожидать и, конечно, работать над тем, чтобы вера укреплялась, чтобы вера была сильнее. Потому что там, где больше веры, больше верующих, там и больше чудес. Для нас он будет твоим знаком, знаком мира, где царит любовь. В каждом месте, в человеке всяком, там, где твое тело, твоя кровь.